Очередное ДТП унесло две жизни молодых людей в Ишиме. В воскресенье в 5 утра мужчина с двумя девушками ехали в автомобиле Toyota по улице Казанской. Траектория движения машины насторожила сотрудников ГИБДД, и они начали преследование с требованием остановиться. Экипаж ГИБДД включил световую звуковую сигнализацию, маяки и звуковой сигнал. И также по СГУ неоднократно требуем сотрудников полиции о том, чтобы автомобиль водителю говорили о том, чтобы он принял право, остановился, проигнорировал, увеличил скорость и продолжил движение по улице Казанского, в сторону улицы Сурикова. Удаляясь с большой скоростью, водитель не справился с управлением и врезался в столб. В результате двое человек погибло. Третья пассажирка находится сейчас в больнице в тяжелом состоянии. Следствие не завершено.